В Дагестане начали дорожать несезонные овощи и фрукты. По данным Дагстата, в первую неделю октября наблюдаются сезонные изменения цен на отдельные виды плодоовощной продукции. К примеру, картофель подорожал на 2,2%, помидоры на 1,3%, а репчатый лук на 1%. А вот яблоки и капуста подешевели почти на 4%. Среди остальных продуктов питания значительно подорожал сахар, рыба, куриные яйца. Также стали дороже хлеб, подсолнечное масло и макаронные изделия. Вместе с тем на 2% подешевели куры и гречка.